привет! В эфире ваш путеводитель в мир отличного настроения. Впереди много выходных, в городе подготовили насыщенную программу. Как лучше всего провести праздники и что непременно стоит посетить между поеданиями салата, расскажу прямо сейчас. Поехали! В 2020 году впервые в Самарской областной библиотеке состоятся новогодние представления у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими любимыми сказочными героями, а также спектакль для всей семьи. Для любителей интеллектуального отдыха подготовили увлекательные экскурсии, кинопоказы, интерактивные игры и викторины. Со 2 по 6 января в 11 и в 13.30, 4 января в 11 и в 15.00. По 8 января с 8 до 10 часов вечера на площади Куйбышева ежедневная зажигательная новогодняя дискотека. Праздничное настроение будет создавать диджей Мороз. Гостей площади ожидают музыкальные треки в сопровождении светового шоу на главной городской елке. А гостями диджея Мороза станут Деды Морозы из регионов России и других стран. До 2 февраля в музее Алабина еще есть возможность окунуться в мир роскоши и искусства Древнего Египта. Это уникальная коллекция, в которой находится более 100 копий сокровищ Тутанхамона, выполненных известными музейными реставраторами и художниками. С 3 января в художественном музее открывается новогодняя мастерская. Вооружившись ножницами, бумагой, шерстью, нитками и, самое главное, собственной фантазией, вы сможете создать оригинальные новогодние игрушки и открытки в стиле хендмейд, порадовать всю свою семью, удивить родных и друзей. На этом все. Проведите выходные ярко и насыщенно. Всего вам доброго. До встречи!